Комплекс западного моста в Твери планируется завершить к концу 2025 года. Губернатор Игорь Рудени и депутат Государственной Думы Владимир Васильев проинспектировали ход строительства. На месте присутствовала наша съемочная группа. На площадке строительства западного моста кипит работа. В возведении инфраструктурного объекта задействовано 260 человек и более 60 единиц техники. Сейчас на левом берегу Волги продолжается устройство песчаной насыпи и подложки для автомобильного подъезда. Осуществляется сборка поперечных металлических балок. На правом берегу реки ведутся работы по переустройству подземных сетей электроснабжения. Заканчивается создание оснований всех четырех опор моста. Полностью завершены работы по устройству свайного основания на опоре номер один. Устроен ростверк левого направления. Значит, сейчас ведутся работы установки армокаркаса тела опоры номер один. На опоре номер два также за это время был устроен ростверк на левом направлении моста. На правом направлении, значит, ведутся работы по срубке свай и подготовке к армированию ростверка. На третьей опоре выполнено армирование тело опоры правого направления. Сейчас ведется сборка армокаркаса. В этом году, согласно плану, начнется надвижка пролетов моста. Так, длина первого надвигаемого блока составит 99 метров. Это современная технология, ускоряющая процесс строительства. Комплекс западного моста подразумевает сложный многосоставной проект. Его будут возводить в два этапа. Сначала будет построен мост через Волгу с подъездами и съездами. Затем завершат реконструкцию Горбатого моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Работы идут по графику. Поставка материалов, металла идет в установленные сроки. По поручениям это усилить и вместе с РЖД вопрос транспортной безопасности. Сейчас будет ускоренными темпами возводиться дополнительный мост, который не входил в общий план наших работ, пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу. Как отметил Владимир Васильев, развитие дорожной инфраструктуры во многом определяет развитие экономики, способствует улучшению качества жизни населения. Сейчас, наверное, самое главное – это вот работа с людьми, в первую очередь, понимать, для кого мы это строим. Здесь сейчас надо сделать эффективно. Вот сейчас говорил Игорь Михайлович, глава города, с той стороны. А как будет здесь? Будет здесь велосипедная дорожка или надо отдельно строить? Заложили – будет. Хорошо. Потому что как иначе? Люди ездят, передвигаются. Пешеходная дорожка. Будет? Будет. В районе Горбатого моста также ведутся строительные работы. Заканчивается демонтаж гаражей, продолжается установка свай, подпорных стен будущего путепровода. При создании комплекса западного моста Горбатый мост фактически будет построен заново, станет четырехполосным, а путепровод на Комсомольской площади будет выше и получит одну опору вместо двух.